Друзья, мы находимся в казино Сочи. Перерыв в главном событии. День 1D. 888 Live Festival Сочи. И только что произошло то самое. Но сначала здравствуйте. Да, добрый вечер. Да, добрый вечер, Дмитрий. Восьмерки объявили классную акцию. Тот, кто первым соберет в главном событии Flash Royale, получит новенький iPhone X. Мы, честно говоря, думали, что никто не соберет. И думали, что iPhone этот все-таки останется жить у нас в пресс-зоне. Да, организаторы не были готовы. Оператор говорит, давайте, покажите эмоции, что вы выиграли iPhone. Я говорю, нет, вот принесете мне iPhone, подарите. Вот. Давайте, Дмитрий, показывайте. Вот ваш новый iPhone. Давайте эмоции. Давайте эмоции. Что, если будет красивый, хороший, если будет. Ой, я его уже держу. Да. Это черный. Розовенький. Это черный. Ура! 64. Так. Ну, самый такой, да, как бы подобрали. Ну, я не смогу на него перейти, понимаете? Да. Ну, хотите, заберу, но не мучайтесь. Да, нет, все в порядке. Я очень рад. Спасибо большое. Вы откуда приехали? С города Благовещенска, Амурская область. Вы только что сказали, что вы передачу вели. Да, пару лет назад я вел передачу, утреннюю передачу на областном телевидении. А чем вы занимаетесь помимо покера? У меня автосервисы. Вот, Благовещенский, я владелец автосервисов Хит-Авто. Можно рекламу такую сделать? Ну, вы уже сделали. Да, суперкоманда. Да, и еще я веду тренинги. Какие? Для предпринимателей и предпринимательниц. Да, еще на какую тему? Ну, бизнес, в основном бизнес. Можно отношения. Вот жена, вместе с ней ведем тренинги, семейные, кстати. Слушайте, у нас очень много есть вот прямо сейчас, что обсудить. На какие темы ведете тренинги по отношениям? По отношениям? Ну, он, она. Переводим, как это, женский язык на мужской и обратно. Давайте, что должна знать женщина о мужчине? Давайте, самый топчик, вот самый. Ну, каждый мужчина, в первую очередь, самец. Я догадывалась. Я всегда об этом думала. Я должен какую-то таблетку рассказать? Ну, как бы, дать. Я надеялась. Да? А так у вас что, тренинги, вы собираете людей и говорите, мужики-самцы? Нет. Ну, это первое самое, что важно знать. Ну, об этом. Им важно восхищаться, его поддерживать во всем. А знаете, я только что поняла, что у нас вообще-то мужская аудитория. И, наверное, логичнее, если я спрошу, как закадрить любую девушку на этой планете. Важно быть щедрым. Просто важно быть смелым и щедрым. Вот все, что получаешь, часть вот из этого принадлежит женщине. Это 100%. Вот представляете, вы щедрые, а потом вам говорят 64 гигабайта. Вот так? Я не знаю, я вот тут восьмерки, видите, какие щедрые, а вы им такой вот. Ну, я что-нибудь придумаю. У меня пока нет идеи, что с ним делать. Но я обязательно что-нибудь придумаю. Не знаю, может, это огурцы не засолить, там их как камешек. Огурцы солить. А они, кстати, да, они этот, ну, оригинально бы смотрелось, наверное. Да. Значит, мужчине надо быть щедрым, чтобы закадрить любую девочку на планете. Девочку? Девушку. Я давно не кадрил девочек, на самом деле. О чем вы тогда рассказываете на тренинге? Ну, я про женщин рассказываю. Давайте, женщин. Ну, вот женщин. Ну, щедрость, да, окей. И еще важно мужчине быть смелым. Ну, решительным. Это тоже, как бы, обычная тема. Заботиться о своей женщине. Есть какая-то суперфраза, которую скажешь, и любая девочка поведется, девушка? Жена, давай подсказку за. Давайте жену вообще в кадр. Да. А как вас зовут? Ирина. Приятно познакомиться, меня Мария. Очень интересно, что вы ведете такие тренинги вместе с Дмитрием. Да. Давайте теперь вот Дмитрий попросил помощь жены. Да. Значит, да. Самая фраза, которую мужчина должен сказать, какая-то секретная, чтобы закадрить любую девушку. Ты говорила какую-нибудь фразу? Я говорил какую-нибудь фразу, подожди. Ну, вопрос не закадрить, а вопрос влюбить вновь, успокоить, да? Эта фраза, наверное, детка, все будет в порядке. О. Мне она первая пришла на ум, нужно было говорить, я думаю, что-то такая простая фраза какая-то. Да, все будет в порядке, детка. Да. Класс. Друзья, это было включение с главного события 888 Live Festival Сочи. Оставайтесь с нами.